Правда ли, что впервые о назначении на твою должность заговорил Иосиф Давыдович Кобзон? Да, знаешь, он мне позвонил. Я к этому разговору не был готов от слова совсем. И говорит: «Эдгард, а ты не хочешь стать директором цирка?» И такая какая-то пауза. Я ничего умнее не нашел спросить, какого. Я получил очень неожиданный ответ. Он говорит: «Да любого». И объявили открытый конкурс. Вот тут я сразу позвонил Кобзону. Я говорю: «Иосиф Давыдович, помните несколько лет назад?» Он говорит: «Помню». Я говорю: «Ну вот я с вами посоветовался». Я говорю: «Если заручусь вашей поддержкой, я говорю, буду подаваться. Если скажете, что рано», он говорит: «Подавайся». Можно назвать его твоим покровителем? Конечно. Однозначно.